Со счетом 9-5 был обыгран инженер. Чего вы ожидали от этого матча? Как готовились? Удивил ли вас чем-то соперник сегодня? Ну, готовились как обычно. На самом деле, после поражения с Волной мы дали себе просто чисто принципиально выходить на каждый матч, биться, бороться, потому что, ну, у нас еще есть шансы попасть в тройку. И это для нас главная составляющая. Но по поводу матча, ну, все-таки мы рады, что этот матч был центральный. Я считаю, что он удался. А по поводу игры инженера, ну, авиатору как-то они странно проиграли. С нами тоже мы первый гол, второй, третий, четвертый забили, как-то все легко было. Они не как раньше играли весь матч собрано, как-то периодически, вот, пятиминутками, можно так сказать. Но не тот этот инженер, который был в первом круге. А как ты думаешь, могли ли вы забить больше и пропустить меньше? И за счет чего это могло произойти? Ну, конечно, у нас было на самом деле очень много моментов, потому что инженер очень сильно проваливался. Ну, я говорю, это вообще не тот инженер. Пропустить, ну да, конечно, мы опять на своих ошибках пропускаем все время. Убегаем в контратаку, у нас остается один защитник. Но они все-таки больше склонны к мини-футболу, то есть раскатывание и передача на пустые ворота. Поэтому сами себе привезли, ну и, конечно, много моментов не реализовали. То есть можно, как ты думаешь, тренер после матча обвинит вас в транжирстве собственных моментов? Ну да, конечно, Василий нам всегда это говорит, потому что это мы тут, благо, что, скажу грубо, закинули 9. А бывают такие матчи, когда мы забить не можем, и этот один момент, он стоит очень много. 3 очка, а порой даже 1 очка, но все равно это очки, они нам очень нужны в борьбе за тройку призеров.